Добрый вечер, Ярослав. Итак, переходим по ссылке в описании и скачиваем FMPEG Full. Далее переходим по ссылке в описании, скачиваем YouTube DLP. На диске C или D создаем папку FMPEG. В папку FMPEG кладем файлы FMPEG.exe, FFPlay.exe, FFProbe.exe, YouTube DLP. Хочется сказать, что аудиокниги лучше скачивать в оригинале, например, с RoadRacker'а, так как на YouTube они уже перекодированы, что может влиять на качество аудио. Это особенно заметно в наушниках. Далее, через Shift, правую кнопку мыши, ты открываешь окно команд. Если у тебя здесь написано окно команд с правами администратора, запускаешь окно команд с правами администратора. Далее ты будешь работать в командном окне. А я перейду в Farm Manager. Это одно и то же. Итак, для начала нам понадобится YouTube DLP. Uppercase F и ссылка на аудиокнигу. YouTube DLP покажет нам возможные стримы для скачивания, либо прямую ссылку на них. По умолчанию YouTube DLP скачает файл в ту папку, где находится YouTube DLP. Доступно 4 стрима аудио. Лучшие из них это Opus под индексом ID251. Если возникнут проблемы в воспроизведении видеофайлов, например, на смартфоне, ты можешь скачать MP4A, либо еще что-то, либо придется перекодировать. Итак, скачиваем аудиокнигу YouTube DLP. N означает количество потоков для ускорения загрузки. Дальше lowercase f, индекс 251 и ссылка на плейлист. У меня командная строка открыта в DFMPEG temp, поэтому файл скачается в папку temp. У тебя командная строка будет открыта по адресу dfmpeg или cfmpeg, в зависимости от того, где ты создал папку. И, соответственно, твой файл скачается либо в dfmpeg, либо в cfmpeg. Это не принципиально. Аудио скачивается в контейнере WebM. Это контейнер для аудио и видео. Итак, мы скачали файл. Для начала нужно убедиться, что это то, что нужно.
через FF-пробы. Он покажет, что содержится один стрим аудио Opus. То, что нужно. Теперь можно переименовать файл. Индекс мне не нужен. Пусть будет просто беглый огонь. Ты можешь оставить как хочешь. Теперь нам нужен полный путь к файлу. В моем случае это dfmpegtep, беглый огонь vbm. Копируем путь. И указываем путь как вводный файл в fmpeg. Далее, стрим-копия. Видео у нас нету. Если ты скачиваешь файл с видео, ты можешь поставить VN, и тогда выходной файл будет без видео. Далее мы используем F-сегмент, сегмент-муксер. Ты просил... Сегменты по 10 минут, это 600 секунд, поэтому мы указываем 600. Resend timestamps также нужно указать. Y перезапись при совпадении имен. И мы указываем папку, полный путь к ней. То есть в твоем случае это может быть dfmpeg, либо cfmpeg. В моем случае это dfmpegtemp. Далее беглый огонь и скрипт. В FFPROBE мы увидели, что это кодек Opus. Надеюсь, все правильно. Теперь мы выделяем эту строчку и вставляем в окно командной строки. Сегмент Муксер делит аудиокнигу на отрезки по 10 минут. Надеюсь, это то, что тебе нужно. Исходный файл можно сохранить, можно удалить. Я удалю. И у тебя в папке появляется беглый огонь. Давай убедимся, что отрезки по 10 минут в FFPROBE. Вот написано duration, то есть длительность 10 минут. Итак, мы разделили аудиокнигу на отрезки по 10 минут. Если будут какие-то вопросы, пиши. Удачи!